Всем привет! Блокпост начинает работу. Новости! Свежие новости на канале! Всем доброго времени суток! Здравствуйте, друзья мои! На календаре у нас сегодня с вами 1 декабря, а на канале новости. Что же нам готовит этот замечательный предновогодний месяц? Много интересного! Для начала похвастаюсь тем, что я все-таки завершил работу над поместной конницей в русскую армию. Первоначальный скромный замысел сделать небольшой ролик в итоге вырос в 3 полноценных хобби-выпуска. Смею надеяться, что кое-что интересное из мира конверсии вы для себя сможете там почерпнуть. Однако, проведя ревизию снятого уже материала, вынужден признать, что увидите вы ролики про русскую поместную конницу не ранее марта месяца. Ну, будем ждать. Так, теперь о программе телепередач на декабрь. 4 числа вы увидите анонсированный уже ранее хобби-выпуск о том, как я занимаюсь пиратством в домашних условиях. Оговорюсь сразу, что поводом для данного сюжета стала просьба одного из подписчиков. Ни в коей степени не считаю себя специалистом в копировании фигурок или элементов миниатюр, да и занимаюсь я этим исключительно редко, однако кое-какой опыт имеется. С чем и познакомлю заинтересованных зрителей. На всякий случай повторю. Считаю пиратство делом вредным, противозаконным, никого к нему не призываю, но если люди просят, чем бы не рассказать. Данный выпуск станет, наверное, первым в серии подобных сюжетов. Просто есть интересный опыт, и во время реализации других проектов буду возвращаться к теме вот этого домашнего, то есть некоммерческого пиратства. Ну, а если тема не вызовет интерес, так и на этом остановлюсь. Конец месяца, 24 декабря, знаменуется очередным анбоксом. Мы откроем довольно старую, но не потерявшую актуальность коробку Ланскнехтов от Dark Dream Studio или от Риона, там ситуация не очень понятная. Это аркебузиры и доппельзольднеры. Это будет первый анбокс пехоты, коробки пехоты для шведской армии на Ливонскую войну. Мы начинаем собирать царицу полей. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что уже 4 января вы увидите анбокс второй коробочки из этой же серии. Там будет набор пикинеров. Наборы интересные, ну, по качеству они, конечно, спорные, но в 72-м масштабе альтернатив им на тему ланскнехтов на данный период особо-то, в общем, и нет. А вот середина этого предпраздничного месяца будет отдана играм. Ну, точнее, Battle Report'у по сражению, отыгранному мной еще в начале ноября на осенних каникулах по правилам «Сдыбленный лев», и играл я по сценарию. Получилось сочно, эпично, динамично, я бы даже сказал, кинематографично. В итоге материала там набралось на целых 3 серии, так что скучать в декабре не придется, если, конечно, вы такое зрелище любите. В общем, пишите, если вам понравилось и будет интересно, то поиграю еще, благо зимние каникулы впереди длинные. Время будет. А на этом новостей у нас больше нет. Спасибо огромное за внимание. Смотрите новые видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. Пишите свои отзывы, хвалите, критикуйте, в общем, давайте обратную связь, чтобы сделать канал еще интереснее и комфортнее для просмотра. На этом все. Пока-пока.